Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас воскресенье. Осталось 3 дня пребывания моего в Азербайджане. Вот, не теряя времени, хочется побольше посмотреть, погулять. Пока здесь солнечные погоды. Но правда бешеный ветер. Обещают 2 дня сегодня-завтра ветра сильные. Вот, сейчас 21 градус, днем 24 обещают. Завтра вообще 27 обещают. Но ветра. Ну. Так, папа в машине, я сходил на мусорку, выбросил мусор. Сейчас мы едем, хотим съездить недалеко от Баку, здесь 25 километров. Есть такое место, Янардах называется. Вот, это огненная гора. Хотим съездить туда посмотреть, если там все это работает. Заодно заснимем, заодно посмотрим. Поедем еще на рынок на 8 километр. Приехали, называется гора Янардах. Ты куда, пап? Я не знаю, куда. Где-то касса здесь, наверное. Так, припарковались, стояночка здесь, вот такое место, да? Сейчас я вам узнаем, какие тут цены, что чего. Здесь место все, видите, так цивильно сделано. Туристы приезжают. Подойдем поближе, я вам там расскажу, что о чем. Так, друзья, купили билет, значит, 9 манат на иностранного гражданина. Я таким являюсь, да? Да. Папа бесплатно билет. Он там мужик на коне скачет, смотри. Горцует парень, наверное. И он там, видите, написано Янардах, да? Вот это место. Чем оно знаменито? Можно здесь по ступенькам спуститься. А знаменито. Здесь запах такой. Вот эта гора, говорят, в переводе на русский Янардах означает горящая гора, да? Здесь выходит газ из почвы, вот, и соприкасаясь с воздухом, происходит пламя вот такое вот. Говорят, оно горит уже многие там сотни лет, а то и тысячи лет. Зороастрийцы есть такие огнепоклонники, другими словами. Они раньше приезжали, да и, может быть, до сих пор они есть в Индии распространены. Приезжали и сюда поклонялись, считается, как святое место. Где-то около 10 метров длиной, ну, близко не подойти, очень жар сильный. Ну, представьте себе, как будто у плиты, да, стоишь. И вот так вот, уже такие обугленные камни, очень жарко здесь. Ближе я не подойду точно. Выходит газ через расщелины, вот если приглядеться, да. Я тут, наверное, сейчас как шашлык зажарюсь. Все, вот такое пламя горит. Газ, по идее, впустую сгорает. Ну, такое природное явление, это очень интересно. Да и красиво, наверное. Говорят, очень красиво здесь вечером, когда сумерки, да? Когда уже все это еще не совсем ночь, но такой переход с дня на ночь. Это все освещается и очень красочно это смотрится. Здесь есть мостик-переход, можно пойти сфотографироваться вот на той надписи. Там тоже есть что-то снимать, там хочет он пойдет. Да. А что там? Не знаю, там типа вот тоже железо статуи там. А, ну это, наверное, подойти можно потом туда. Так, вот так, друзья, выглядит это сверху, да? Вот таким амфитеатром находится, туристы здесь, всевозможные там сувениры, еще что-то тут. И вот так вот. Ну пахнет как от газовой плиты, вот как будто метан сгорает, да? И близко, конечно, не подойдешь. 2 метра, ближе нет, жар сильно идет. Вот как раз дым сейчас сюда, ветер. Так, поднялись, где надпись, наверх. Ну, здесь, конечно, наверху ветрище достаточно сильный. Ветер теплый, хорошо, погоды повезло, тепло, солнечно, все. Здесь поселок вокруг, вот такие виды. Парень на коне здесь.
Лошадка колючки ест. А? Лошадка бедная, только колючки. Сочной травки нету. Как верблюд. Лошадь уже в верблюда превратилась. Верблюду колючки едят. Здесь же рядом, да, спустились, вот есть такая вот экспозиция. Ну, по-русски, правда, не написано, да, но вот стоун, камень, 18 век, деревня Мухаммадли местная. Вот какие-то, наверное, вот, да? Вот этот, как этот, ступка есть? Ступка, а, ступка, вот да. Такой. На вот это что? Даш, сю, габи. А вот для этот, воды? Да, 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 да. Этот, выливали туда этот... грязную воду, а. Он стекал чистым. А, как фильтр, как фильтр, да, да, через пористый камень. Вот этот, видишь, там тоже... Жернова, да, наверное, мельница? Мельница, ручная мельница. Керкеря, ага. 16 век. Ручная мельница. Это вот с этого, да, все с этой деревни Мехамеди? Да. Этот надгробный камень. Надгробный камень. Здесь что? Солнце изображен камень. Солнце, и, кстати, вот огонь, да, чаша, да, такая? Да. Книга, да. Даш Китаб. Да. Книга, 13 век. Книга, каменная книга. Каменная книга. Так, это у нас что такое? Изюм, азмяк, учун, тиян. Это для раздавленного винограда. Да, изюм, да. Да, давили, наверное, и вот здесь вытекал уже сок. Да, сок вытекал. Ясно. 17-18 век. Ванных. Это камень барабан, наверное, ну-ка. А, да, он внутри полый, наверное, с полостями. И звук получается такой. Да, в этом, в Габустане тоже есть такие камни барабаны, так называемые. Да, можно постучать по нему. Ну, видите, да? Звук как будто совсем не камень, он внутри полые полости. И получаются такие... Что это? Даш Невалджа. Дашь на волча, это типа это, да, сток воды. Да? Где типа это собирать воду? Там. Это да. Сток воды, а да, это да, да. Даш Ахур. Ахур, это корова для скота. А, это... поилка, да, поилка типа. Или поилка там, или может... или корм, ну да, как да, кормушка для скота. Хейян Баха. Баглан Маси, Ужун, Даш, Халга. Что это, корову там сюда привязали, чтобы там не ходил кто-нибудь там. Тяжело тащить там. Да, груз такой, ясно. Да, вот такой. Камень мельницы. Каменная мельница, да? Нет, старый, 14 век. Вот это камень, вот это. Да. Ну как жернова, что ли, тоже, да, или что? Нет, это просто сверху уже покрывается это, как мухом. Мухом, да. Это... Барабан? Нет, то же самое. А, я понял. То же самое, это мельница, камни. Да, дашлары, да. Дайроман, дашлары, мельница. Дайроман, дайроман, дашлары. 14 век, древние вещи. Ну, я только сейчас заметил, люди туда монетки бросают. Монетки уже такие обгорелые, да? Всякие, возможно, ну, в основном рубли. Да нет, не только рубли, вижу всякие разные монетки. И вот там вот, оттуда вообще их не возьмешь, да? Они... в самом пекле лежат. Там какие-то разные иностранные монеты. Интересно. Да, и вот там тоже, да, наверху. Каждый бросает монетку. Может, я попробую, чтобы она не скатилась вниз. Все усеяно монетами. Я и не замечал даже это. У меня есть 10 гопик азербайджанские. Сейчас попробую брошу. О, все. Моя еще свеженькая. Вот там вот. Как говорится, чтобы вернуться в эти места. Покидаем, друзья, Янардах. Едем. Едем. Мы в поселок Зира, тоже здесь на Абшеронском полуострове. Будем смотреть магазин оливок. О, тут даже светофор есть. Тут же и гуси, и утки, и рыба, и мясо, все, и голуби. Голубятня, пожалуйста. Я не знаю, только голуби что, на еду? Не женюсь, я не женюсь, ой, мама, не...
вот этот магазин 91-го года открыл тебе. Пожалуйста, оливки тут кругом, да? Вот зеленые вот уже поспевают, чернеют. О. Так, вот, друзья, купили. Я купил домой такие килограммовые и немножко маленькие, как подарочные. Такая килограмм стоит 7 манат. Очень вкусные эти оливки. Они как вяленые, черные такие. Соленые, горьковатые и вяленые. Пожалуйста, местное производство вот это. Папа вернулся, еще килограмм шампиньонов взял. 4 маната, по-моему, или 4,5. Сколько? 4, да, пап, маната? Нет, 4,50 он сделал на 5 манат. Это как его? Это где-то плантации здесь или, да? Он через дорогу, там у них это, да, такой питомник, да. Вот, друзья, эти оливковые сады, да, вот прямо здесь находится вот эта фабрика по производству. Масло там, оливки, варенье оливковое, у них даже мыло есть оливковое. Приехали к брату двоюродному в гости на дачу. Такой дворик, такая пальма красивая растет на даче, да? Здесь двор такой небольшой, сам дом. Папа там с дядей Мазаирой готовит, будут сейчас шашлык, разжигают мангал. Весь дым на меня. Так, сегодня у нас птичий, да, шашлык? Да. Курица и индейка. Желудок индейки, да? Да. Пришла очередь телятины, да? Телятина? Да. С травами, травы, соль. Тут еще вот такая целая. Добрались уже затемно домой. Ну, время на самом деле немного, где-то, наверное, около 7 часов. Ветрище, как всегда, во дворе мощный. Все, собираемся домой. Сейчас поднимаемся, будем отдыхать. Увидимся уже завтра в следующей серии.